В округе есть уникальное предприятие, которое специализируется на разработке и производстве продукции транспортного электромашиностроения и силовой электроэнергетики. Завод «Монтаж Автоматика», деятельность которого началась в Люберцах больше 80 лет назад, посетил Владимир Волков. Исполняющий обязанности главы городского округа ознакомился с производственным процессом и пообщался с коллективом. Собственные грузоподъемные механизмы завозим сюда, здесь вот склад металла сразу. Здесь же по технологии мы делаем предобработочную подготовку металлопроката. На заводе вся технологическая цепочка производства. Поставка сырья, лазерная резка металла, сварка, зачистка деталей и их покраска, обмотка, изоляция трансформаторов. Благодаря проведенной 10 лет назад реконструкции на предприятии наладили высокотехнологическое производство. Оно позволяет осуществлять массовый выпуск высоковольтного электротехнического оборудования. Тяговые преобразователи и различные по форме и размеру трансформаторы, изготовленные и собранные на «Монтаж Автоматики», устанавливают на всех типах локомотивов и электропоездов. Продукция завода востребована не только на железных дорогах, но и в авиационной промышленности. Вот здесь как раз-таки выпускается уникальное оборудование, которому нет замены ни на одном предприятии в нашей стране, которое замещает единственные, скажем так, образцы лучших западных автоматизированных систем. Продукция завода эксплуатируется в России, Финляндии, Вьетнаме, Индии, странах СНГ. На предприятии работают более 120 человек. Многие из них – жители городского округа Люберцы. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.